Село Алханлы Физулинского района находилось под армянской оккупацией около 30 лет. Часть села находилась все еще под контролем Азербайджана, где жили местные сельчане. Их села, их дома, объекты прострелились армянскими снайперами, и жить было здесь практически невозможно, но люди героически жили здесь все эти 30 лет. Ровно год назад азербайджанская армия начала контртеррористическую операцию под названием «Железный кулак», в результате чего сегодня мы уже в Шуше. Село Алханлы и множество сотни подобных сел, которые находились под армянской оккупацией, остались нам вот в таком виде. Полностью опустошенные, разгромленные и засеяны миллионами минами по всей территории. Сегодня 27 сентября 2021 года, проходит ровно один год с дня начала освобождения азербайджанской территории из-под армянской оккупации. Мы благодарны всем тем, кто участвовал в этой войне, чтим память шахидов, благодарны их семьям за таких сыновей и надеемся на долгожданный мир в нашем регионе. Урал-Галы, мир на Кавказе. Алханлы, Физули.